26 апреля 1945 года. В течение 26 апреля юго-западнее города Пиллау войска 3-го Белорусского фронта форсировали канал, соединяющий Балтийское море с заливом Фришгав. Войска 2-го Белорусского фронта форсировали восточный и западный Одер южнее Штеттина, прорвали сильно укрепленную оборону немцев на западном берегу Одера и продвинулись вперед на 30 километров. Войска 1-го Белорусского фронта продолжали вести упорные уличные бои в Берлине, в восточной части города заняли Герлицкий вокзал. Войска 2-го Украинского фронта в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта овладели крупным промышленным центром Чехословакии, городом Брно, важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев. За 26 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 33 самолета противника –